Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас праздничная новогодняя закуска для тех, кто работает 31-го. То есть очень быстро, очень легко и очень вкусно. Ингредиенты можно приготовить заранее. И вот буквально вечером, буквально за пару часов до наступления Нового года мы быстренько готовим эту закуску. Абсолютно быстро измельчаем яйца, ну, трем на терочку, добавляем сыр, можно майонез, ну просто мы стараемся избегать майонез, а сыр как-то мы любим. Вот, добавляем зелень, можно свежую, у меня замороженная, соль, перец, огурчики мы тоже распускаем на тонкие слайсы. И рыбка. Рыбка у меня семга, она тоже была в тонких пластинках. Я ее тоже немножечко порезала, измельчила. И формируем наши ролики. Итак, на слайсик огурца выкладываем начинку. Посерединке кладем нашу рыбку. И заворачиваем ролл. Вот таким образом. Ну вот буквально 5 минут и легкое, абсолютно подходящее для новогодней ночи блюдо готово. Попробуйте и вы, может быть, вам понравится этот рецепт. Рада новой встрече с вами, друзья.